Вот что 2 сентября будет. Акция «Победный вальс» уже в 5-й раз пройдет в Хабаровске. И как раз речь идет о 2 сентября. Сейчас организаторы и участники активно репетируют танец. На одной из репетиций побывал наш корреспондент Сергей Щербаков. Смотрим. 2 сентября «Победный вальс» в Хабаровске станцуют разные горожане. Владислав Тришин – опытный танцор, занимается в секции 8 лет. Чего не скажешь о его матери Екатерине. Для нее это дебют. Говорит, что с таким учителем ничего не страшно. Обычно как-то мама учит чему-то сына, а тут наоборот получается, сын учит маму. Мне очень даже нравится. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Все уже хорошо у Алексея Байсурова. Он своеобразный ветеран победного вальса. 2 сентября будет его 5-й танец. Я вообще занимаюсь общей стажем меня где-то 20 лет, не меньше. 20 лет танцев? Да. Вообще 20 лет стажа. В победном вальсе меняются участники и музыкальное сопровождение. Одно правило остается неизменным. В акции могут принять участие все. Я думаю, мы никогда не будем проводить ни конкурса, ни кастинга, потому что в этой акции должны принимать все желающие. Ожидается, что в этом году в победном вальсе закружится около 200 хабаровчан. Сергей Щербаков, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.